Каменаби сейчас проходит заседание рабочей группы по вопросам отопительного сезона. Специалисты комитетов и депутаты еще раз обсуждают, как без потерь пережить предстоящую зиму. По словам представителя КЗС по Каменскому округу Василия Железовского, каменские депутаты намерены убедить чиновников провести рейд по каждой из 35 котельных города, чтобы еще раз оценить состояние отопительной сферы. Напомним, прежде в Камне-на-Оби проголосовали за рост тарифов на тепло на 1000 рублей, закупили уголь на первое время, ведут переговоры с энергетиками, ведь в трех котельных до сих пор нет света. Но этих мер недостаточно, чтобы зиму город прожил без перебоев с отоплением, уверен Железовский. Подробнее эту тему обсудят завтра в рамках горсовета. Ключевой вопрос заседания – предстоящий отопительный сезон. Напомним, подготовка к зиме в Камне-на-Оби началась в сентябре, когда ситуацию в городе взял на контроль губернатор. Кстати, на территории края отопительный сезон отложен в 18 районах, среди них Локтевский, Третьяковский, Чирышский и другие. Как пояснили в краевом Минстройтрансе, запуск тепла перенесли из-за теплой погоды.